Мы продолжаем активно готовиться к новогодним каникулам. На сегодняшний день у нас в округе залито 38 катков. И по поручению нашего главы Дмитрия Владимировича Волкова мы продолжаем заливать еще катки на территории школ, на территории территориальных отделений. В частности, будет каток залит на 18-й школе, рядом с гимназией номер 1 в Нахабино, с 4-м лицеем в поселке Архангельское. Совместно с управляющей компанией по предложению территориального отдела на территории ЖК «Красногорский» заливается каток для того, чтобы нашим жителям было комфортно, для того, чтобы наши дети занимались спортом, для того, чтобы каникулы и новогодние праздники прошли весело и радостно.